Хороший водитель – лучший защитник. Сотрудники госавтоинспекции организовали флешмоб и поздравили автолюбителей с 23 февраля. А также напомнили о правилах безопасного дорожного движения, рассказали о важности быть вежливым на дорогах, ведь все это – залог безопасности. От лица сотрудников госавтоинспекции хочется поздравить всех водителей транспортных средств с наступающим праздником, пожелать здоровья, долгих лет и зеленого светофора. Подарили автовладельцам и праздничные сувениры. Водители были приятно удивлены такому вниманию и поблагодарили сотрудников ГИБДД. Мы вас хотим поздравить с наступающим праздником. Да. Пожелать вам здоровья, долгих лет жизни, зеленого светофора, чтобы вы всегда соблюдали правила. А для того, чтобы вы о нас помнили и соблюдали, мы вам дарим. Ура! По словам сотрудников ведомства, такие акции поднимают настроение, а это лучшая профилактика грубых нарушений ПДД. Как вам вот такой утренний сюрприз? Очень приятно и очень хорошо. Мне понравилось. Почаще делайте так. Желаю всем также ездить хорошо, без штрафов, без нарушений. Ну, что еще? Ну и дороги хорошие. В ГИБДД Самара отмечают, что основная цель акции не только поздравить водителей, но и напомнить, что вежливость, доброжелательность участников дорожного движения – залог безопасности на дороге. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События.